Высокотехнологичный китайский спутник Гаофэнь-4 официально введен в эксплуатацию. Аппарат запустили на орбиту в конце прошлого года. К настоящему времени он прошел всевозможные тесты и проверки. Теперь его услугами начнут пользоваться Министерство гражданской администрации, Государственное метеорологическое управление, Управление лесного хозяйства, Государственное сейсмологическое управление и другие официальные ведомства. Как зарекомендовал себя первый в мире спутник с оптикой высокого разрешения на борту, знают мои коллеги. 36 тысяч километров от Земли. С такого расстояния Гаофэнь-4 наблюдает за изменениями на планете и пересылает ученым фотографии в высоком разрешении. Уникальная технология, использованная при создании оптических приборов, встроенных в спутник, позволяет фиксировать мельчайшие детали. Он очень эффективен при стихийных бедствиях, может моментально передавать информацию, например, о скоплении воды во время наводнения, о ситуации в лесах во время пожаров или о скоплении снежных масс. Это снимки горного массива Хэндуань. В кратчайшие сроки при помощи спутника ученые смогли получить данные о снежных залежах, проанализировать их и принять меры, чтобы минимизировать последствия возможного наводнения у подножья горы при таянии снега. И снег, и облака белого цвета, поэтому сложно понять, где одно, где другое. Но мы берем две фотографии, сделанные с разницей в несколько часов. Облака уже расположены по-другому, а снег так и остался лежать в тех же местах. Исходя из этого, мы можем точно знать, где образовались снежные залежи. Все это стало возможным благодаря новым технологиям. Раньше на то, чтобы получить фотографии с места стихийного бедствия с других спутников, нам требовалось больше суток. А Гаофэнь-4 собирает данные всего за несколько часов. Это помогает нам эффективнее реагировать на чрезвычайные происшествия. Типовой фотоаппарат, он может снимать неограниченное количество кадров. Оптика может делать фотографии каждые 5 секунд, а инфракрасная камера каждую секунду. Случайно высокое разрешение и просто космическая скорость передачи данных. В день Гаофэнь-4 может передавать на Землю около 270 гигабайт, обработав которые ученые получают от 100 до 200 высокочетких снимков. Результаты экспериментов показывают, что эффективность этого спутника очень высока, и разрешение, охват территории, скорость передачи данных, всего этого с лихвой хватает, чтобы выполнять поставленные перед аппаратом задачи. К настоящему времени спутник Гаофэнь-4 уже предоставил использующим его ведомствам около 4000 снимков с точностью до 50 метров и более 2000 изображений с инфракрасной камеры с точностью до 400 метров. Юлия Жень, Шэньсинь, CCTV.